Его не бит. Он спит? Да. Он реально спит. Реально спит, скрутился так, понял, вообще ни морды, ничего нет. Ёжик спит? Да. Погладь ёжик. Да. Папа, недолго, его не колючий. Ой, колючий? Да. Ой, колючий. Надо как покормить. Покормить? Да. А что ёжик любит кушать? Он не любит кушать много ости. Много чего любит кушать? Ёжик очень кушает только ости. Может, молочко? Да. Недолго, баб, он не колючий. Может, он тебя боится? Я шарик. Прикольно. А где ёжик? Да где? Черепашка? Да, маленький черепаха. Смотри, много черепашек. Угу. Да, много там. А вот это кто плавает? Скажи маме. Вот это кто плавает? Ты знаешь, кто это? Глянь, какие павлины. Слышишь, как кричит птичка, Владик? Они. Что это такое, сынок? Тут, тут написано. Написано, что это фонтан. Да, где фонтан? Вот. Вот он, а где... Смотри, вода. Вода, да. А где фонтан? Его включат, когда стемнеет. Когда на небе будет луна, темно, тогда его включат. Перший танцующий светомузычный фонтан в Украине. Проектовано, забудовано. Фонтан, да. 12 лет он фонтан, да? Угу. Ку-ку. Бэби, бо-ба-бам. Ладушка кормит голубей. Владик и ёжик, да? Да. Папа, могу ёжика. Не надо его пугать. Банк. Он у нас и так боится. Банк. Ёжик, иди сюда. Ёжик, иди сюда. Пойдем на ту сторону посмотрим. Пойдем. Вот она, ой, какой красивый. Какой маленький ёжик. Папа, это
Колючий, да? Папа, он будет кушать. Кушать хочет ежик, да? Да. Кушать. Скажи кушать. 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 Да, хочет кушать. А что ежик кушает? Он хочет кушать листики. Листики, да? Да. Ну, дай ему листики. Да. Ежик, иди сюда. Тут есть листики у меня. Он не говорит. Почему он не говорит? Что там, сыночек, бассейн? Мама, я не говорю, как закрыть эту. Закрыто, видишь? Мама. Смотри, тут написано. Работает до 6. И цены. Для курортников 45 гривен. Для остальных 100 гривен. Мама, я не знаю, как это будет. 100 гривен за час, да? Да, и еще к этому шезлонг с зонтиком 55 гривен и полотенце 12 гривен. Ну, то есть итого 170 гривен 160. За час, да? За час. Да. Пойдем дальше гулять, сыночек. Не надо. Владимир, как мы думаем? Владимир, как мы думаем? Какое растение с шипами? Ладушка. Мама, я лопок. Ты кушаешь печенье? Мама, я лопок. Слышишь, как лягушки квакают? Близко не надо подходить. Прибежал? Да. Где ты был? Любимый дом. А что ты там делал? Я делаю их любимый дом и девочки. А куда мы сейчас идем? Да. На фонтан. Фонтан. Пойдем.